Всем привет! До четвертьфинала Кубка России осталось меньше недели. Уже 20 апреля в 17:00 на стадионе имени Белимханова «Алания» принимает питерский «Зенит». А значит, пора покупать билеты и готовиться к выезду. Сейчас расскажу, как. Приобрести билеты на матч можно в кассах «Спартака» с 16 по 19 апреля включительно, с 10 до 19 часов. Купить билеты в день игры можно будет только в Грозном, с 11 часов. Билеты на южную трибуну, они будут синие, обойдутся вам в 200 рублей. Красные билеты на западную и желтые на восточную – в 300 рублей. Добраться до стадиона в день матча можно будет на бесплатном автобусе в сопровождении сотрудников ГАИ. Для этого нужно связаться с нашим специалистом по работе с болельщиками до 18 часов 17 апреля. Кстати, он уже собирает дорогу плейлист, чтобы вы доехали до стадиона в хорошем настроении. И постарайтесь не откладывать запись, потому что количество мест ограничено. И еще, в связи с Рамаданом, днем в Грозном закрыто большинство заведений общепита. Поэтому советуем запастись едой. А водой вас обеспечит наш партнер ДБАУ. А теперь информация для тех, кто собирается добраться до Грозного самостоятельно. Стадион имени Белимханова расположен на улице Мира, 83. Здесь же расположены две кассы, в которых вы сможете приобрести билеты в день матча. Покажи еще ту. Вход на стадион осуществляется за 2 часа до начала матча. Совет. Если вы приобретете билеты заранее в кассах «Спартака», вам будет удобнее зайти на стадион с улицы Репина. А если покупаете билеты в Грозном, заходите с улицы Мира, где расположены кассы. Добраться до нужного сектора трибун вам помогут наши волонтеры, которых вы узнаете по красно-желтым манишкам. Обратите внимание, что на территорию стадиона нельзя проносить алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более полулитра. А вот что нужно взять, это средства поддержки, флаги и шарфы. Давайте раскрасим трибуны в красно-желтый и поддержим любимую команду. А если у вас остаются вопросы по выезду, задавайте их под этим постом. И увидимся в Грозном!